Задняя подножка заведения, посмотрели. Повел. Выдвинул вместе, нога впереди, пошагнул. Кен-кен, рука внизу, руки вверх, таз подсел. Скинул. Отлично. На пятерку. Да. Второй номер тоже сам повторяю сразу же. Дается один шанс, только один бросок. Короткая рука. Длинная. Подшагнул. Кен-кен, допрыжкой. Поставил ногу, подсел, руки вверх. Локти вверх. Сбрасывай. Неплохо. Неплохо. Второй прием. Вставка, зацеп. Изнутри. Вставка. Опустил руки. Подшагнул. Разгрузил ногу. Да, зацеп. Неплохо. Но можно лучше. Юра. Вставка, за ногой начинаем. Вставка. Подшагнул. Разгрузил. Локти. Локти вверх. Наоборот, наоборот. Вот так грузил, да. Руки вниз, зацеп. Хорошо. Следующее. Вставка. Подсечка внутри. Да, руки опустил. Шаг. Внутри подсечка. Хорошо. Разгруз не держит. Хорошо. Держи. Вставка. Пошанул. Подсечка внутри. Разгрузил. Разгрузил. Ногу. Раскрутил, раскрутил, как через спину. Нет, да. Под пятку. Разгрузил, да, вот. Хорошо. Это было уже сколько? Три приема. Четвертый прием. Вставка, подсечка внутри. Рука вверху. Вставка, рука вверху. Вставка, подсечка боковая. Вставка, рука вверху. Подсечка. Хорошо. Ближе к пятерке. Второй номер. Вставка. Ставка, рука вверху. Не, наоборот. Шаг. Шаг. Подсечка. Хорошо. Следующее. Такой прием, кто помнит? Ставка, кен-кен. Да. Ставка, заведение, подход по кругу. Вот такой эпохи. Следующее. Ставка, бедро. Да, Юра, ставка, подхват. Ставка, коньковый шаг. Нет, коньковый шаг, заведение делаем. Да. Да, выстреливать по кругу. Кен-кен. Молодец. Хорошо, для новичка хорошо. Ставка, бедро. Блок вверх. Ставка. Блок, да, заведение сделал 45. Подсел. Бедро. Это подготовка к классическому подхвату, запомните. Бедро – это база движения для всех бросков. Отхваты, подхваты, классические. Ставка. Раскрутил за себя, да, загнал. Подсел, подшагнул, подшагнул. Руки вверх. Да, здравствуй. Хорошо. На ухватке помог, подпрыгнул. Хорошо. Ставка, спина. Взял средний захват. Ставка. Раскрутил. Подсел. Спина. Перетянул. Нормально. Чуть-чуть потянул, нормально. Еще раз повтори. Юра, руку сверху положи правую. Ставка. Закинул, да, подсел. И, ребята, не уклоняемся. Вот так, за счет подсада. Покажи базу движения, как мазурку покажи. Как правильно сориентировать. Ниже захват. Пропусти мимо себя, да. Пропусти мимо себя, да. Вот это самый тест, как правильно руки должны идти. Еще раз. Левый начал раньше. Вот, пропустил, да. Дальше запустил, да. Вова. Это тест, чтобы руки правильно работали. Для спины. Тестирование. Юра, давай. Пропусти его. Тестом. Левый. Спину давай, Юра. Ставка. Да, подшагнул. Не подшагнул. Это передний, тоже пойдет, но нам нужна спина. Неплохо. Хорошо. Поклонились. Нет, все же. То, что мы отрабатывали. То, что мы знаем, мы знаем. Мы знаем. Похлопали. Внимание, оценка на ухватку 5. У Юры 5 минусов.